Произошла такая ситуация, один из подписчиков написал, что у него пропали деньги с телефона. Как это может быть? Сейчас покажу, могут быть хакерские атаки, и только таким способом вы можете сохранить деньги на своем телефоне с карт, с каких-то там кошельков, Webmoney кошельков, других кошельков, PayPal, да, и криптокошельков. Как так сделать, чтобы сохранить сертификаты? Сейчас вам расскажу и покажу. Для этого просто заходим в настройки, чтобы долго не искать, просто напишите вот здесь вот, перейдя на русский язык, сертификаты, вот так вот напишите сертификаты. И здесь у вас выбьется надежные сертификаты. Заходим в надежные сертификаты, и вам нужно отключить вот эти вот сертификаты, через которые злоумышленники пробуют встраивать какие-то троянские кони, которые потом ломают систему. Видите, вот Amazon отключаем, и снизу тоже у вас будет Amazon, их тоже нужно отключить. После этого перезагрузите телефон, и теперь ваши деньги будут в сохранности. Понравилось видео, расскажи другу.